Молчание – это великий друг, который никогда не втянет тебя в неприятности. Поэтому воины древности говорили мало, так как считалось большим позором, когда дела не поспевают за словами. Приветствую вас, летящие в лицо врага колени. С вами Федорович. А в этом видео вы насладитесь жесткими, красивыми и очень разнообразными нокаутами, невероятными, а порой фантастическими ударами, которые в своих фильмах не покажет даже Джеки Чан с Ван Даммом. Не буду вам мешать наслаждаться и мотивироваться к тренировкам или же пугаться и благодарить всех богов за то, что вы так и не дошли до зала единоборств. А то в клетку входят двое, а выходит один, пока второго выносят. А кем можно оказаться из двоих, нам неведомо. Приятного просмотра! Thank you.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какими ударами вы отправили 10 гопников в нокаут. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы вы можете, став спонсором канала по ссылке возле кнопки «Подписаться», увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. А если вы хотите привести себя в форму и посмотреть серьезные обзоры боев и бойцов, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Там же вы можете забрать бесплатные видеокурсы по самообороне муай-тай и подписаться на телеграм-группу «Движуха с Федоровичем». Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.